Уважаемые депутаты Федерального собрания, сенаторы, депутаты Госдумы, уважаемые граждане России. Сегодняшним посланием я выступаю в сложное, мы все об этом хорошо знаем, рубежное для нашей страны время. В период кардинальных, необратимых перемен во всем мире, важнейших исторических событий, которые определяют будущее нашей страны и нашего народа. 21 февраля состоялось ежегодное послание президента Российской Федерации Владимира Путина Федеральному собранию. В своем обращении президент Российской Федерации затронул множество аспектов, касающихся предстоящего года. Президент был, настроен на тот курс, который он пропагандировал весь 22 год. И, соответственно, именно этот курс и был в основе всех его высказываний, всех тезисов, которые касались очень разных событий. Одной из центральных тем стало развитие образования и науки. Владимир Путин отметил возвращение к традиционной системе базовой подготовки специалистов с высшим образованием. Срок обучения будет составлять от 4 до 6 лет. Как отметил глава Минобрнауки Российской Федерации Валерий Фальков, Россия не входила в Болонскую систему. Дипломы, полученные по программам бакалавриата, продолжат котироваться в России и за рубежом. Аспирантура же станет отдельным видом подготовки, направленным на научную деятельность. Очень важный вопрос о нашей высшей школе. Здесь также назрели существенные изменения с учетом новых требований к специалистам в экономике, социальных отраслях, во всех сферах нашей жизни. Необходим синтез всего лучшего, что было в советской системе образования, и опыта последних десятилетий. Мы будем возвращаться в лоно отечественного образования, это президентская установка, это здорово, но из тех буквально там 7-8 фраз, которые он сказал о высшем образовании, пока очень трудно делать какие-то конкретные выводы, мы должны посмотреть на работу Министерства образования и высшего образования и науки, которые эти вещи будут доводить до ума. Немаловажны данные по уровню валового внутреннего продукта, который озвучил президент России. По предположительным данным, России предрекали падение ВВП на 20-25%, однако в прошедшем году уровень ВВП снизился на 2,1%. Акцентировали внимание на увеличении минимальной оплаты труда. С начала 2023 года минимальный размер оплаты труда проиндексирован на 6,3%. То есть 1 января следующего года вдобавок к запланированному повышению провести еще одно на дополнительные 10%. Таким образом, минимальный размер оплаты труда вырастет на 18,5% и составит 19 242 рубля. Согласно Российской Конституции, в таком формате президент ежегодно говорит о положении в стране, об основных направлениях внутренней и внешней политики государства. В выступлениях глава государства излагает свою оценку ситуации в стране, обозначает задачи на ближайшее будущее. Последний раз Владимир Путин выступал с посланием в апреле 2021 года. Аделина Абдрахманова, Универньюз. We'll be right back.